маленький, изломанный. Кто-то видел его то в одном месте, то в другом. А потом увидели, что он уже лежит. Это удел почти всех бездомных. Рано или поздно беда их находит. Догоняет, загоняет и калечит. Так случилось и с Пушком. Он хороший, ласковый, адекватный. Но боль... Боль она всех делает злыми. И когда его нашли, он даже пытался кусаться. Не представляю, что перенес этот ребенок. Сколько таких прошло через наши руки, ребята? Оглянитесь, сколько мы с вами спасли. Друзья, животные этого мира, они такие же, как мы. У них такое же сердце, такая же кровь. У них такие же чувства. Вот только разум детский, двух-трехлетних детей. Бог разум дал нам, а значит и чувств дал больше. И главными в человеке чувства должны быть доброта, милосердие, сострадание к этому миру. Это Пушок, у него завтра операция. Нельзя все мерить только на себя и хапать для себя. Понимаете, должно же быть что-то, ради чего мы живем. Что-то, что нам дорого. Что-то, чем мы гордимся. Должно быть самоуважение к себе за наши поступки. Пушку делает антимедин, чтобы он проснулся после наркоза. Я благодарю всех, кто помогал, кто откликнулся. Я благодарю вас за то, что вы остаетесь с людьми, за то, что делитесь теплом, любовью, добротой, помощью. Я благодарю вас от имени всех этих лохматых, кого мы спасли все вместе. Благодарю вас, люди. Благодарю всей лохматой душой, всем сердцем. Благодарю вас.